Выход на новые перспективные рынки, соблюдая все международные стандарты. Такая задача была поставлена перед организаторами семинара «Стандартизация. Инструмент поддержки развития экспорта для предпринимателей». Об этом заявил глава Центра поддержки экспорта «Единое окно» Ниджат Гаджизаде. По его словам, основная цель семинара – налаживание сотрудничества с предпринимателями в области экспортных операций. Из общего объема экспортируемой ненефтяной продукции с начала этого года примерно 10-20% проходило через Центр поддержки экспорта «Единого окна». В ходе семинара предприниматели будут обучены о методах выхода на европейские рынки. Поскольку предприниматели нуждаются в более конкретной информации, то наша задача – проинформировать. В рамках семинара директор Азербайджанского института стандартизации Намик Тагиев проинформировал предпринимателей о всех необходимых документах при экспорте местной продукции. В рамках мероприятия предприниматели проинформированы о необходимых документах, законодательных реформах в области технического регулирования и стандартизации для реализации экспортного потенциала компании. На данный момент в Азербайджане примерно 946 национальных стандартов. Из них 57% отвечают международным стандартам. В семинаре приняли участие 40 предпринимателей из разных регионов Азербайджана. Данный семинар по стандартизации имеет немаловажное значение для нашей организации. И, конечно, определенные стандарты и применение стандартов в будущем стимулируют экспортный потенциал Азербайджана. Отметим, что семинар «Стандартизация. Инструмент поддержки развития экспорта» был проведен совместно с Центрами анализа экономических реформ и коммуникаций и поддержки экспорта «Единое окно» при содействии Азербайджанского института стандартизации. Фуат Байрам, Фурфат Алекперов, CBC.